будут принимать в сине-белых офисах и сократят время обслуживания. Помещения налоговых инспекций оформляют в едином фирменном стиле. Сегодня после ремонта открыли отделение в Курчатовском районе Челябинска. В залах поставили удобную мебель. Найти нужный кабинет помогает навигация. Намного комфортнее, намного удобнее находиться в помещении. И само обслуживание происходит благодаря увеличению наших окон, стало гораздо быстрее. Дополнительные окна появились. Это регистрация контрольно-кассовой техники и прием заявлений и обращений граждан. В налоговой инспекции Курчатовского района посетителей встречает администратор, помогает взять талон электронной очереди. Здесь же расположен и гостевой компьютер. Налогоплательщик может самостоятельно заполнить декларацию и скачать нужный документ. Диваны, столы, стойки выполнены в единых бело-синих цветах. В операционном зале убрали все стекла, отделяющие клиента от инспектора. Яркие информационные стенды и указатели помогают быстро сориентироваться. А на информате можно моментально рассчитать, например, транспортный налог. Время обслуживания клиента не более 15 минут. В течение этого года будут открыты операционные залы для жителей города Миасса, города Кыштыма, города Верхнего Уфалея. И на этом оформление операционных залов в фирменном стиле Федеральной налоговой службы завершится.